Вообще, где вот лежусь? В поселении или там около Мы в дома? поселении. Да, Они сейчас к поселение. нам же прибегут. Все, я десантировался. Давай подальше пойдем, мы Как вы паримся. спрячетесь? Походу до нас не дойдут даже. Же рядом. А, я тоже прячусь куда-нибудь. С ну воплями что? выбежишь. Они сказали, они будут набраться. Один кто-нибудь останьтесь, кроме Софа, чтобы на него не набежали. И подальше, чтобы он как в клеще. То есть один, видимо, и подальше, а двое чуть поближе, где-нибудь в домах. Ну я говорю, я один останусь, пусть они на меня все налетают. Нет. Не ты. Ты должен выбегать из дома. Спрячься в дом Джема. Не. Или в мой. Курятник не влезу. Чё, Джем, адреналин чувствуешь? Ну да. Нарастающий. Конечно. Месилы уже давно хотели. А тут само пришло. Хоть идет. Идет до сих пор, да. Сейчас забудется. В горе разобьются. Сейчас их это. Сусанин в болото зайдет. Волк. Волк сейчас их съест всех. Ничего тут сбор. РК хотят, они, короче, в сосвет. Поход Ганнибала на Рим. Чего они там? Чего они там творят сейчас? Асов Луций Сципион. Собираются, то есть? Они организовывают там что-то? Мы сейчас прямо на глине стоим. Слушай, а может нападем на них, пока они там стоят у тебя? Нет? Почему нет? Ну, пусть они придут. Я тоже так думаю, это будет намного веселее. Да ничего не успеют они залутать, блин. Ты по 20 стычки сносишь. Что он успеет залутать? У нас сейчас ничего нет толком. И сейчас все на один мешок налетят. Они будут вас рубить первым целью. Запомни, у них план. Убивать всех, кто видит. Надо, чтобы один-два остались, как на приманке. Чтобы они на нас побежали. Соф остальные один на спрячьтесь. Коф один на приманке. Все остальные спрятались. И... Соф драться и так уже умеет, а мы все не умеем, поэтому мы прячемся. Все нормально. Давай, я, короче, выйду, я приманка буду. Так, и нет анимации, сидеть топором, спину чесать. Все, уже где-то очень рядом. Да вижу вас. Вон, вижу, да, какие-то голожопы идут. Так. Я думаю, мы можем чуть ближе можем выйти, я думаю. Конечно, вот ближе, вот. Прямо на, внутри, на печке. Они это, да, с горы идут. Да? С горы идут. Ну, мы готовы выскакивать с Джимом. Да, Джим, ты готов? Готов, готов. Ух. Главное, не зависим в самый ответственный момент. Как первая встреча с человеком в DayZ. Че, мы налетаем? Они налетают. Сов, говори команду. Скорее мы налетаем. Поехали. Выходим. Лаги, пиздец. А где все? А чё меня тут вот это? Сори, я чё. А где вы все? Я вас не вижу. А, вон, все выше. Ты чё лагает? Вы достали половину народа. На меня что-то набросились, пацаны. Короче, я их прессую нормально. Пока я бы не сказал, что я много урона наношу.
И какой-то стоит, походу, вафли стоит, блядь, вообще. Что вообще происходит тут, блядь? Я вылетел. Не, нормально махаешь. Пока там пиздец. Блядь, пиздец. О, я его рубанул, еще раз рубанул. На меня просто трое накинулись, кажется. Опа, блин. Ох, ты где вообще дерешься? Что-то их тут многовато на самом деле. Ну лагерь, блядь, мне из ниоткуда, блядь. Не знаю, как попадает даже по мне. У меня что-то много людей накинулось. Вот что такое. Не, кстати, нормально попадаю. Я уже начал нормально попадать, в принципе. Я опять скинулся десантом. Правда, завис, наверное, моментально. Там кто-то на висте стоит, лол. У нас преимущество по вооружению, на самом деле. Включение, что ловит из этих следов. Одного порезал. Второго порезал. Жалкие ублюдки. Сзади, Ром. Ой, прости, Ром. Вон там в лесу один прячется, умник. Прости, Ром. Мастером, я тебя топором рубанул чуть-чуть. А, релогер. Я снимаю это все. Вы это, когда вместе рубите, используйте верхний удар за голову. Я вылетел, походу. Меня вылетело, походу. Я тоже. Походу мы серва убили. Все вылетело, да? Да. Меня убили. У всех повисло, да? Народ, посмотрите в Твиче, норм трансляция. Меня убили. Наверное, норм. Все вылетели, нет? Да, все, да, да, да. Наверное, норм трансляция. Битва настолько эпичная. Да, просто сказал. Воу, ребят, не-не-не. Стопы. Не, классно, на самом деле вообще шикарная баталия. Ну они огребли прям просто. Да, ребята сильно огребли. Мне кажется, эта шмотка, Роба, она все равно что-то дорезистит, хотя бы чуть-чуть, потому что мне там вообще похуй не снесли, я сколько снес. И били всякими пилами, не каменным оружием. Теперь главное зайти раньше. Карманьонцы такие набежали. Напиши ему в Steam, что с сервером. Написал. Что не ответил?